Добрый день, с вами Наталья. В прошлом видео я уже показывала, как я укореняла мяту, показывала, как она у меня растет уже в земле. Но тут вот другой вариант, который тоже освещался в предыдущем видео. Вот у меня есть мята, которая прекрасно укоренилась в воде, даже чересчур, как борода у нее корни. И сейчас займемся ее посадкой. Начнем. Что я взяла? Вот у меня вазончик, кашпошечка такая, которую я буду ставить вот этот вазон. Как я все буду делать? Вот пенопласт. Я кладу на дно пенопласт. Сейчас я покажу ему. Вот тут у меня земля. Земляная, можно сказать, смесь. Земля огородная. Высушенная чайная заварка, очень такая пушистая, нежная, хорошая земля. Сейчас мы засыпем ее. Легкая, воздушная, воздухопроницаемая, хорошая земля. Вот, готовочка такая пришла. Теперь займемся непосредственно растением. Как мы поступим? Я сейчас, вот посмотрите, здесь корень. Потом уже пошла молодая поросль. Здесь вот есть уже новые появляются листочки, потому что старые мы отрезали, клали в чай. Сейчас я возьму вот в этом месте, выше буквально. Отрежу ножом. Берем следующее растение. Точно так же срезаем. Вот. Кладу бороду. И приступим к третьему растению. Посмотрите, как у нее пошли корни. Вот, вот у этой веточки в нескольких местах пошли корешочки. Вот тут тоже срежем. Вот и вот эти веточки с бородой корней мы посадим вот эту емкость. Сейчас я засыплю землю. Ставим такую кашпошечку. И сейчас я полью. И будем ждать. Оно будет дальше пускать веточки, листики. И они через время уже оголенными не будут. А другие, сейчас я вам покажу, что я буду с ними делать. А оставшиеся веточки, вот посмотрите, эти я отрезала. Вот я кладу. Так. Следующее, видите, здесь нет листиков. Я вставляю в землю. Прижимаю. Вот это такая тоже кривенькая.
Сейчас добавлю земли немножечко. То есть тоже здесь придавливаю плотненько. Сейчас это неудачно оно выкладывается. Теперь я беру нашу тепличку. Не хочет она стоять. Я думаю, что я кусочек сейчас прищипну верхушечки. Вот видите? Не хочет она выпадает и хоть и капризулька, видите? Вот теперь я закрываю тепличку. Вот видите? Я закрыла тепличку и вот она теперь будет в тепличке. Через время я вам покажу, как они укоренились и как укоренились те, которые... В смысле, как продолжают расти те, которые с корнями. Как я уже говорила в предыдущем видео, здесь очень удобно открываете крышечку и проветриваете. Вот так в домашних условиях можно. В данном случае часть у меня укорененных, а часть просто верхние череночки посадить. И у вас будет... Мята под рукой можно класть. Компотики можно добавлять в чай. До новых видео, до новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.